Зоя Александровна каждое утро кипятит кастрюли воды. Иначе никак. Горячего водоснабжения в доме нет больше 30 лет. У нас вот было дровяное отопление, но это... Ну, было давно, до 80-го года. Потом была Олимпиада. Перед Олимпиадой как бы устраивали весь район, и сараи снесли. И в результате титаны все убрали. После Олимпиады дом к отоплению подключили, а вот горячей воды в кранах нет и по сей день. С этой проблемой в компании подруг-соседок она пришла на прием к Вячеславу Фетисову. Мы, жители поселка Ленинский, пришли к вам с последней надеждой. Больше нам обращаться некуда. Ходим уже 30 лет. У нас формат работы совершенно понятный, да. Мы договорились, глава присутствует на приеме граждан. Вот. И проблемы, которые вы озвучиваете, мы заранее прорабатываем, ну, ответ есть. Поскольку Вячеслав Фетисов ведет прием населения совместно с главой района Валерием Венцелем, то разрешение ситуации нашлось тут же. На майских поправках будут выделены денежные средства из бюджета городского поселения Видное, и работы будут завершены в этом году. Дело и стояло только за этим, ведь, по словам соответствующих служб, все остальное уже готово. Вся техническая документация, сметы готовы. Значит, ждем внесения поправки в бюджет. Будет проведена конкурсная процедура, и, соответственно, будут завершены работы по восстановлению, модернизации в этих домах. Зинаида Ивановна тоже пришла сражаться за воду, но не за горячую, а за всю акваторию Тарычевского пруда. Его огородили забором большим, еще с колючей проволокой. Кстати, там утки плавали летом, это была красота. Сейчас все. Теперь они нарушили все берега, поставили какие-то домики отвратительного черного цвета, сделали платную рыбалку, и теперь туда можно пройти только за деньги. Разбираться с ситуацией глава поручил специалисту по охране окружающей среды. Вместе с ним в Тарычево отправились и мы. На месте выяснилось, что попасть туда все-таки можно. Свободный доступ есть. Опять же, повторюсь, как и говорил гражданам, что заход есть с центрального прохода. Вот. Также граждане могут заходить. Как на самом деле, соответственно, будем разбираться, будем выяснять, что и как. Напомним, что любой желающий может задать волнующий его вопрос депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову. О дате и часах приема можно узнать на сайте администрации. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ.